И продолжаю запись. Сейчас я посмотрю, что это. 11% загружено. А общий прогресс почти 4% обработан. Скорость нормальная.
сделал себе уже пятую точку. Для начала. Хорошо, что привык. Целый день могу не лежать, что спина не это самое. Не отдыхала. Целый день привык сидеть. А то я много лежал раньше. А потом, когда начал сидеть за столом, ну как много лежал? Ну лежал. Мог даже днем поспать. Вот, а потом компьютер за стол поставил. Стал много сидеть. Поначалу поясница сильно болела, а сейчас уже привык. То же самое надо привыкнуть на полу. Ну, по крайней мере, на твердом месте сидеть.
31.
Знаете, до приезда в Полтаву я целый год не слышал детского смеха. В Донецке было не до смеха. А здесь детей хватает, только на одной этой улице. Кругом дети есть. Живут все беззаботно, не зная проблем. Наслаждаются чистым небом и тишиной.
Саровска, 7 часов вечера. Каждый раз в разное время ездит. Надо как-то... Сегодня 12:03.
Целых 7 минут не поднималось, это ж надо. Чувствую, как раз именно сейчас прорвется, только вспомнил.
малые крыжи едут.
Наверное, уже ничего не видно. Ладно, сегодня. Сейчас 19:48. Последний раз на сегодня съешь. Завтра утром вес мой должен быть не больше, чем 77,5 кг. Все на сегодня, завтра продолжим.